14 мая состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и президента Социалистической республики Вьетнам Чонга Тана Шанга в расширенном составе. Главы государств выступили на встрече. Уважаемый господин президент, уважаемые члены делегации, еще раз от всей души приветствую вас в Азербайджане. Мы только что провели встречу в узком составе, на которой обсудили важные вопросы стратегического сотрудничества между нашими странами. Сейчас с участием всех членов делегации продолжим наш диалог. Мы придаем очень большое значение вашему визиту, господин президент, в нашу страну. Для нас Вьетнам – это дружественная страна, и отношения с нашими странами очень успешно развиваются. И, конечно, я всегда помню мой визит в прошлом году в вашу страну. Переговоры и решения, которые мы приняли, обеспечивают успешное развитие наших отношений. Мы имеем очень хорошие перспективы для укрепления политического диалога, сотрудничества в экономической сфере, в энергетической сфере. Также гуманитарное сотрудничество является неотъемлемой частью формата наших отношений. И уверен, что результаты визита будут очень успешными и заложат еще более прочную основу для укрепления наших связей. Еще раз приветствую вас, господин президент, и всех членов вашей делегации. Спасибо, уважаемый господин президент. Я очень рад возглавить вьетнамскую делегацию посетить вашу страну. Ровно год после вашего визита в нашу страну. Это также говорит о том, что мы уже придаем очень важное значение развитию отношений с нашими традиционными друзьями, с Азербайджаном в том числе. В первую очередь, разрешите мне от имени всей нашей делегации выразить вам благодарность за очень теплый, торжественный и братский прием, оказанный всем нам. В ходе беседы была высоко оценена помощь Азербайджана Вьетнаму в советский период, в частности, содействие в подготовке кадров для нефтегазовой отрасли. Отмечена важность продолжения этих традиций. Было подчеркнуто продолжение успешного сотрудничества в международных организациях. Отмечен рост торгового оборота между нашими странами. Стороны констатировали, что сотрудничество в нефтегазовой отрасли имеет прекрасные перспективы. С учетом того, что Азербайджан обладает хорошим опытом в области градостроения и инфраструктуры, было подчеркнуто значение обмена опытом с нашей страной в области градостроительства, инфраструктуры и транспорта. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области образования, подготовки кадров, строительства, инфраструктуры туризма, спорта, в гуманитарной и других сферах. Было подчеркнуто, что для расширения связи в этих сферах имеются хорошие перспективы.